Итак, у меня картошечка с хамончиком. А как правильно называется? Пикас де Европа. Пикас де Европа. Ну, в заведении, которое находится, наверное, единственное заведение, которое находится в черте города. Кавадонга, да. Кавадонга. Если вы голодны, вы не едете дальше на озера, то... Очень вкусно, это яишенка с картошечкой фри, с хамончиком. Уэвос, да. Хамон. Голодный умом. Это просто бальзам на душу. Ну, возможно, вы позавтракали и приехали сюда на машине, да? Возможно, вам не так вкусно будет, но мы прошли 11 километров пешком. По пути просвещения, просветления, или как он называется. Для нас сейчас это будет очень вкусно. А у меня чоризо а-ля сидра. Чоризо в сидре. Бьянко... Не бьянко, бланко. Бланко каса... Домашнее белое вино и... Риоха. Риоха здесь очень пользуется популярностью. Это не тот регион, где, конечно, Риоха производится, скажем так. Но здесь она очень вкусная. Она такая кремовая. Да. Рекомендую.